Барыс. Причем с одинаковым счетом 3-1. Ну а вот на предсезонке, перед нынешним сезоном, Барыс оказался сильнее. Забрасывают шайбу гости. Это делает Кертис Волл. Был у него отличный момент в первой смене. И тогда он простил Амур. Ну а вот сейчас Волк уже никого прощать не стал. Очень здорово разобрался в ситуации. И нанес бросок в левый от себя угол на неудобнейшей высоте для голкипера Амура. И Аликин здесь уже свою команду выручить не сумел.